Allora, ragazzi, ascoltiamo questa la prima canzone che abbiamo in programma di Adriano Celentano. No, prima voglio fare una premessa. C'è la crociuzia prepasilco. Celentano è un bravo interprete. Carosci Hispanitiel. Hispanitiel uoba si scusto, eh? Interprete imiti ciò drugo e snaceni, snaci usni per evocic. Interpregnore. Sì. Interpreto Juvet. Beh, Celentano è un bravo interprete, ma non è autore. L'autore di questa canzone, che forse è la canzone più famosa di Celentano, è un signore che si chiama Paolo Conte, e anche Paolo Conte canta questa canzone che è sua. Però in tutto il mondo è più famosa con l'interpretazione, si spogliene, di Celentano. Azzurro, Galuboi, Stoit. Заметить, что на итальянском у этого прилагательного нет второго значения, как на русском, поэтому здесь нет никакой странной ориентации. Слава богу. А то уж прям думаю, боже. Уже никуда же не посмотришь. Элтон Джон вот нам письма пишет. Еще что-нибудь прям. Страшно же. О, среди них половина такие, Va bene. Давайте. Vengo da te, ma il treno dei desideri.
alla fine sentiamo il mandolino, eh? Va bene, allora, cerchiamo di capire che cosa significa questa canzone, eh? Marina, accendiamo stibia. Paolo, una samendieleta Paolo Conte, società al paetamo, eta on, glavni geroi. Ja? O preodim. Ah, preodim. Ja? Ja, ищу. Ищу? Ищу лето. Си? Вес? Вес год. Это я. Ищу в смысле? Это про жду. Да. Б. И? Дождались. Дождались, да, именно. Б. Б. А l'improvviso значит, и неожиданно... Неожиданно. Вот оно. Вот оно. А, вот оно. Вот оно здесь. Вот именно. Improvviso, это прям такое... All'improvviso, значит, неожиданно. Improvviso, импровизация. А импровизация что это такое? Выступление не по плану. Внезапным это можно заменять? Или только нет? Sí, sí, можно и так перевести. Неожиданно. Неожиданно, внезапно. Почему нет? Bene. А почему «эккола»? Потому что... Минуточку. Ecco, è da prosta vot. Потом, vi staviti misti imenia imenitelnava padeja. На пример, сегодня Лени нет, но вдруг появится, что вы сказали бы. Вот она! Вот и мести имени именительного падежа. Да? Она. А мы не используем мести имени именительного падежа, используем мести имени винительного падежа. Если... появилась бы Лена, я, вы на русском сказали бы «вот она», а я на итальянском сказал «эккола», дословно «вот ее». Ну, а, переводится как «вот оно», «вот она». То «эко лей» была бы. Sì, e se da slovna per vesti russo slovo società ne butto ecco lei, ma non mi capire ecco lei, mi capire eccola, in slovenza. Ni voto vot Anna, a vot io. No, per voi si vot Anna, eh. Beh, a zis vot no. Lieto. Beh. Ещё, пожалуйста, Лена, Лена, нет. Марина. Здесь эта жена уже, eh? Она? Она уехала? Уехала. Куда? На пляж. Си. И я? И я один. Я один? Здесь наверху. В городе. Ой, сейчас. В городе. Смотрите. Море внизу. Вы знаете, как сделана Италия, да? Более или менее. А, ну да, конечно. Сапог. Сапог с каблуком. Мы с детства знаем. Она на побережье. Бе, allora. Черентано abita a Milano. Veramente la canzone l'ha scritta Paolo Conte, ma Paolo Conte abita ad Asti, che è poco lontano da Milano. Куда ни поехала жена, чтобы добраться до пляжа вниз. И поэтому он наверх находится. Вот почему qua, su, здесь, наверху. Бе. Чувствует. Я слышу, как? Я слышу. А подлежащий это аэроплану, eh? Свистяре дословно это свистит. Как свистит? Как свистит? Свистяре это свистит? Да. Как? Фискяре. Фискяре это ветер свистит, это тоже? Тоже. Или губы человека, eh? Бе. Слышу, как свистит? Где? Sopra i tetti. А что такое тетти? Il tetto это крыша. Над. Над крышами. Что? Самолет, который... Который... Идет на посадку, да? Не идет на посадку. Здесь это спряжение местименного глагола «андарсене», которое досконально... Уходит, улетает. Который улетает. Я этот глагол покажу подробнее, когда будем слушать песню
Il tempo se ne va. Пока. Вам... Спрошу, пока мы далеко не ушли. Значит, секула понятно. А если я говорю вот ты. Экко ти. Экко ти. Вот тебя. Ми стимини и вините на патече способ. То есть в зависимости от обращения кому, вот это вот. Вот они. Экколи. Если это мужчины, экколи, если это женщины. Все, теперь мне все понятно. Благодарю. Прего. Ok, я слышу, как свистит над крышами самолет, который улетает. Bene. Припев, пожалуйста, Юлия. Голубой. Голубой вечер. No, это не вечер. Померечило. После обеда. После обедное время. После обеда. После обеда очень... Слишком. Слишком голубой, голубой и длинный для меня. Но обрати внимание, лунго не значит только длинный, значит долгий. Долгий для меня. Дальше есть глагол accorgersi, замечать. Я замечаю, что без тебя у меня больше нет. Аккорджерси. Я замечаю, что без тебя у меня больше нет. Больше нет. Что? Ресурсы. Ресурсы. О, есть такое существительное и на русском. Только надо понять, как он план используется на итальянском здесь. Но... Простите. Ризорса. Не напоминает русское существительное? Резон? Нет. Ресурс. Ресурс. Ресурсы это ресурс? Но это множественное число. Ресурса. Без тебя у меня больше нет ресурсов. У меня больше нет возможностей, больше нет энергии. Больше, короче, по-русски будет, больше нет сил. У меня больше нет сил без тебя. Бе. И тогда... Бе, остановись, потому что здесь это вы не знаете. Вы знаете, что квази значит почти. Но здесь два раза, уже другое значение. Просто квази это почти. Quasi-quasi, tutta чутни. Так? Чутни. Чутни. Не сажусь. Не сел в поезд? Да. Так, если одно квази, то это... Почти. Что? Почти. Почти. Если два, то... Чутни. И потом глагол, Поэтому, и тогда я чуть не сажусь в поезд и еду, приеду еду к тебе, но... Почему но? И, но, ма, это но по-русски, но... Ма, видишь? Нет. Как? Венго, да, ты. Это уже перевели. Трено. Ма написано. Нет, нет. Я не знаю, что ты распечатала, но у меня есть, и он поет. Есть ма, il treno. Но. Поезд. Желаний. Моих мыслей. Си. В моих мыслях. В моих мыслях идет. Наоборот, в противоположную сторону, не туда. In contrario. Sì. Наоборот. Наоборот. А все потом будет понятно вам, Потерпите еще чуть-чуть. Bene. Дальше, чтобы перевести, сейчас передадим слово Леночке, но чтобы перевести, вам надо понять, что это такое ораторио. Ораторио это часовня. Чем ораторио? Нет, это не часовня. Песня? No, no, no.
No, сейчас вам объясню. Такого в России нет. Итальянская песня есть особенности. Конечно, связь с церковью есть. Но сейчас я вам объясню. Nelle chiese italiane, в итальянских церквях, c'è l'oratorio, это отдельное помещение, где священник организует в виде пропаганды на самом деле, организует свободное время молодежи. Они играют в основном в футбол. Вот что это. Это молодежная ассоциация у церкви. При церкви. И тогда кажется, когда... Да, я был там, там. В этой оратории, понятно. Но tanto sole. Достаточно. Но tanto это много. С многом. Когда было много солнца, sí. Много лет назад. Sí. Ничего не поняла, ну да ладно. Те воскресенья в одиночестве, во дворе я проводил. Прогуливался. Почему посиджар? Усечение, которое в поэзии и в песнях часто используется. Я прогуливался. Sí. А сейчас? Сейчас мне скучно. Больше, чем? Больше, чем достаточно. Тогда. Чем тогда? Б. Не оно, это скучно. Я не скучно. Б. Даже нет. Не анке, значит, даже нет. Не анке. Даже не с кем поговорить. Даже нет священника, с которым... С которым поболтать. Бен. Бен. Потом есть припев, опять не будем повторять. Марина. Церкол un po' d'Africa in giardino. Где? В саду. В саду. Бен. Между? Между Леоном и Бабом. Си? Как? Как? Я? Это Леандр. Си. Как? Как? Я делал. Я делал ребенка. Си, в детстве, си. Бен. Но, спасибо, Юлия. Ма qui c'è gente. Тут? Но тут есть несколько людей. Sí, люди. Есть люди. Non si può più. Нет. Больше не... Невозможно. Это бесличная конструкция. Больше невозможно. Невозможно? Бе. Дальше новый глагол для вас. Innaffiare. Palivat. Что делают эти люди? Это у нас... Это описательная форма глагола. Сто лаворандо. Поливающих. Поливают. Поливают твои розы. Си? Но нету. Нет львов. Нет льва. Нет льва. Кто знает, где он? Кто знает, где? Кто знает, где он, да. Бе. И все остальное. Уже припев. И не будем повторять. Ничего не понятно. Сейчас разберемся. Поливают розы. Все поймете. Кошмар. Леночка. Chi è il protagonista di questa canzone? Я уже стер. Да, это самый... Паоло? Паоло Конте. In che periodo dell'anno siamo? Ну, он уже там женат, значит, уже... In che periodo dell'anno? Lето. L'estate. Siamo in estate. Ah, per esempio, luglio ad agosto. Sì. Beh, l'estate in Italia non è questa, Questa non è... Questo è autunno in Italia, L'estate c'è il sole, fa caldo. Inverno. In sud Italia questo è inverno, effettivamente. Sì. Bene, allora,
Paolo Conte è rimasto solo in città, a Stalsia, ad Inokim, Gorda. Perché? Perché la sua moglie... No, è tada, è ta Rosnitsa, Prebetion, sotto chi è Rosnitsa, questa articola. Ah, perché sua moglie... Lie. Lie, scusa. Sua moglie è andata... Sì. L'amore al mare è andata al mare. Qua su è una verga vnisca. Qua giù. Ma qua è giù. Qua è ta zdes. Da. Su è ta na verhu liba na verh e giù è ta vnis vnizu. Поэтому сливая получается qua su e qua giù. Но это здесь, наверху, и здесь, внизу, Есть еще другой вариант. Там, внизу, и там, наверху. Там это ла, поэтому будет ласу и ладжу. Значит, перке суа молье се андата ладжу. Al mare. Al mare. Bene. Так, лассу и на джода. Там наверху и там внизу. Или там наверх и там вниз. То есть песня Пугачёвой «Эй, вы там наверху», она поёт лассу. Bene. Ok. La moglie è andata in vacanza. Con i figli, ditemi, di toccanna. No, ma è una situazione tipica delle famiglie italiane della classe media degli anni 70-80, quando il marito resta in città per lavorare e tutto giugno, tutto luglio e tutto agosto la famiglia è in vacanza al mare. Poi il marito 2 o 3 settimane va al mare da loro, ma tutto il resto del tempo... In agosto. Probabilmente in agosto. Tutto il resto del tempo lavora in città da solo. Beh, lavorare in città, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì... Il sabato domenico lavora. Il tempo è libero. Ha poco tempo libero. Ma sabato, magari sabato lavora mezza giornata, ma domenica è un giorno libero. Libero perché lui senza sua moglie. Aspetta, minusco, da età va da idioma. Lui è domenica è da solo. Ему приятно? Нет. Папісні. Ему скучно. Потому что один. У него есть дом с садом. И лі in giardino. Seduto in giardino. И что видит? Голубое небо. Вот откуда название песни. Azzurro, azzurro, azzurro. Troppo azzurro. Non c'ho niente da fare. Si annoia. Cosa vorrebbe fare? Stoccati al biondielat. Он хотел бы взять поезд. Вот почему он говорит, что поезд моих желаний идет наоборот. Потому что он хотел бы, но знает, что это невозможно. Это на один вариант. Другой вариант. Он хорошенько думает. Она, как я один. Я свободен, могу прогуливаться. Мы не будем плохо думать о Пауло Конте и о Челентано.
Tiepolo Stop Celentano e Claudio Amori cantavano siamo la coppia più bella del mondo, mi sa mai aggressivo e a parmire. Vieni. Va bene. Skušna, skušna, skušna. I spomnice je muka da bil maladim, kada bil junoš, i potom i da žeribionom. Quando era giovane, passava il tempo all'oratorio. All'oratorio, più che altro, i bambini giocano a calcio. A Paolo Conte il calcio non interessa più di tanto, quindi si annoiava, parlava col prete, ma parlare col prete non è il massimo. Il prete parli di Bibbia, parli di Maria, di Gesù Cristo, di Dio, dei santi, madonna, исчерпаются теми. Скучно. А сейчас еще скучнее, потому что даже нет священника, с кем разговаривать. И потом вспоминает, когда был ребенком. Простите. На глаза ребенка. Сад – это сад. Джунгли. Вот. Кот – это кот. Это лев. Лимоны. Дерево. Сосна – это сосна. Баобаб. И бамбини, она гранди имагинационе. Имагинационе. Воображение. Она гранди имагинационе. Quindi lui si ricorda queste cose quando immaginava. Immaginare, представлять в этом плане, представлять посредством воображения. Воображать, immaginare. Соответствующий глагол. Анака, есть соседи? Стоит ему играть в охотник, роли охотника перед ними? Кота погонять. Стоит? Как будут воспринимать его соседи? Погонять. Качаре и гатто. Качаре. Не стоит. Вот почему говорите, сейчас невозможно. Говорит, что вот уже крыша поехала. От одиночества-то. Да. Жены, да, сейчас все понятно. Я на любом знаете. Да. Вот. Илето ва. Илето ва. Нет. Сенева. Мано. Илето. Il tetto, но илето это как кровать. Илето сенева. Il tetto se ne va. Мы мини говорим так. Почему? Епар. У него крыша уехала. Mi gavrim un evo Mosco iechal. Apravilsia. Gli è partito il cervello. Ah. Gli è partito il cervello. A Mosco. Il cervello iechal. Vabbè, spista goi, eh. Va bene.